Здравствуйте всем, друзья. Сегодня, как обещал, будем разыгрывать вот этот вот телефон Nokia 3310, который был выпущен по-моему в 2000 году, насколько я помню. Да, этот телефон 2003 года, типа рестайлинговый, а вот этот он 2000 года телефон. Они обе рабочие телефоны. Вот этот, насколько я помню, он как раз таки вот 3310 без изменений, который вот только вышел. Условия розыгрыша я помещу в описании, напишу, распишу все полностью по Казахстану и по России. Ну там получается в радиусе до 2000 километров с Алматы я отправлю за свой счет, а если чуть дальше, то извините, придется, конечно, если вам нужен этот телефон, я отправлю, конечно, за ваш счет. Финский телефон, оригинал, батарейка, по-моему, уже не оригинальная, да, батарейка уже мертвая, по-моему, нет. Живая. Ну, батарейка не оригинальная. Телефон полностью все в оригинале. Полностью. В этом телефоне у нас, по-моему, батарейка вообще не оригинальная. Да, батарейка тут не в очень хорошем состоянии. Вот здесь. Там, по-моему, лучше, да, батарейка. Вот на этом телефоне, который я разыгрываю, вы точно на этот телефон получите. Вот этот. Все распишу, укажу. Конкретно там уже в описании все будет. Вкратце расскажу. Должен быть подписан на канал, поставить лайк под этот ролик, написать комментарий. Ну, если хотите, можете поделиться. Если нет, то как бы это не сильно важно. И у вас я проведем мы розыгрыш где-то 10 апреля. Или не 10 апреля, или давайте сделаем так. 100 комментариев, если наберем. Нет, 100 комментариев это будет вообще мало. 50 лайков, если наберем, то сразу же разыграем вот этот телефон. 50 лайков. Это 50, не 500, не 100. 50 лайков. Ну, этот телефон будет вашим. Хоть один из вас кто-то выиграет его. Эта батарейка получается у нас, да, по-моему, оригинальная, но она, ну, вообще никуда не годная. Финская тоже. Ростестовская. Телефон ростестовский. А этот уже... Тут, по-моему, он только на Билайне работает. Остальные операторы он не поддерживает. А этот телефон поддерживает, по-моему, все операторы, кто поддерживает 900 МГц. Насколько я помню, частоту. Вы все знаете, что тут болезнь на этих телефонах, то надо кнопку держать долго, и бывает, что она не сразу срабатывает. На всех телефонах это, на всех, на 3310, на всех, тем более на таких старых. Так что, если что, имейте в виду. Телефон был выпущен в 2000 году. Вот, видите, такая анимация. Сейчас мы, по идее, должны были поставить дату, дата и время, но у меня еще дата и время стоит тут с 10 по-моему. Из-за этого она как бы сама дату и время выставила. Так. Да, если выключи его, то дата и время можно самому устанавливать.
Видите, K-Mobile, Билайн пишет. Все еще K-Mobile и Билайн. А так, тут стоит билайновская сим-карта. Сеть, конечно, полный. Ловит вообще шикарно просто. Сейчас давайте позвоним. 4 девятки. Если знаете, вот так вот можно было. Здравствуйте. Ваш платеж необходимо оплатить до 2 Видите? Апреля. Сумма к оплате. Можно вот так вот набирать и вот так вот отключаем ее. Раньше, 2005-2006 год, если вам под 30, за 30, ну, от 30 до 40 и под 30 где-то, вы должны знать такое слово, как маяк. У меня был и есть сейчас один друг, у которого был вот такой вот телефон, Nokia 3310. Он нам звонил за 0,40 тенге. Это получается 40 копеек. 40 копеек, 0,40 тенге. Это 0,40 тенге. Если в рублях, тогда рубль стоил 3 тенге, это где-то будет, наверное, 10 копеек, ну, 15 копеек. За 15 копеек он умудрялся узнавать, где мы находимся. Вы это представляете? А когда он маяковал, было слово такое «маяк». Очень такое модное такое слово. Мы все говорили: «Ой, я сейчас подойду и маякну». Когда он маяковал, у нас в телефонах, конечно, у нас тогда другие были телефоны, у нас бывало, что вот этот вот подсветка, вам, конечно, сейчас, наверное, не видно его, зеленая подсветка, она просто вот так вот загоралась и тухла, вот так вот, фук, и все, загоралась и тухла. Мы ему постоянно говорили, что он нам экран спалит так. Ну, это была шутка, конечно, такая, но такое и было. Вот. Телефон. Nokia 3310 это вот. Толстая зарядка, если получится, если нас с карантина выпустят, я вам толстую зарядку приложу, а если нет, то извините, конечно, я ничего сделать не смогу, так как все зарядки у брата в гараже. Выпустят, если все нормально будет, то я постараюсь все это найти, приложить и отправить, чтобы вы могли телефоном уже пользоваться. Конечно, телефон не новый, не в идеальном состоянии, но как бы пользоваться для раритета, кто собирает, кому вот для прикола, можете, конечно, пользоваться этим телефоном. Хороший телефон, почему бы и нет. Просто так выиграть Nokia 3310, я думаю, это очень-очень даже достойно. Вот. Я могу даже ему и показать, чтобы завтра, когда я буду отправлять, спокойно вы могли по этому имей посмотреть и, если что, отписаться. Так что ставим лайки, подписываем, комментируем. Подписываемся, комментируем. Всем спасибо большое, до свидания.